Здравствуйте, уважаемые друзья! Один из походов по магазинам галантерейным увенчался вот таким успехом. Разных оттенков и цветов был приобретен вот такой материал. Это очень похож на винил RIP. Значит, очень хорошо подгибается с помощью нагрева, также хорошо тянется, но в отличие от вот такой резиночки, значительно прочнее и имеет округлую форму. Поэтому, извините, не удержался связать вам очередную нимфу-веснянку. Я взял крючок Тимка 200R номер 12. Закрепил, как обычно, глазки, биоты, обозначил усы и задние хвостовые придатки, церки. У загиба я закрепил вот такого оттенка цвета пленку. Закрепил кусочек пластиковой пленки для того, чтобы мы будем изготавливать чехольчик. И обыкновенной упаковочной пленки блестящей для того, чтобы изготовить подложку. Если у вас имеется вот такой люрикс, который серебристый, можно будет использовать его. Нам сейчас необходимо с вами слегка промазать клеем и изготовить тело нашей пленочкой. Промотали вот так тело. И теперь нам необходимо совсем-совсем немножечко нанести клей, учитывая то, что мы достаточно закрепили наш материал. Он у нас, конечно, скользкий. Поэтому будем помогать себе ноготочками. И теперь нам необходимо с вами, вот так вот удерживая, слегка поддерживая ноготком, выполнить один полный оборот. Переворачиваем теперь нашу пленочку. И укладываем ее сверху. Выполним один полный оборот. Убираем, проматываем опять, так как мы с вами изготавливали ручейника. Мы с вами сделаем хорошую, симпатичную сегментацию спинки. Опять наклоняем вперед. Дошли до грудки, и здесь мы выполним один полный вот так оборот и закрепим уже темную нить. Остатки материала закрепим и винил RIP наш удалим. Из вот такого материала, как я уже неоднократно показывал, я изготовил зачатки крыльев. И теперь с вами необходимо определиться, из чего будем делать лапки. Учитывая то, что мне хотелось бы изготовить, но пока я еще не знаю, как оно будет в работе, давайте попробуем и вместе это сделаем. Берем, крепим первую пару, так как я уже ее пробовал подгибать, значит, мы ее сразу и выставим. И так установим все 6 лапок. Мы закрепили с вами вот так все 6 лапок, которые необходимы для нашей нимфочки. И теперь нам необходимо будет взять даббинг. Я подготовил вот таких разных здесь расцветок. И аккуратненько промотать, подровнять все ножки. И закрепить второе крылышко. И подготовить пленочку для нашей грудки.
Как видно, вот так мы развели с вами с помощью даббинга лапки. И я сверху закрепил вторые зачатки крыльев и кусочек пластиковой пленки для того, чтобы сформировать головку и грудь. Значит, учитывая то, что здесь недостаточно для грудки, я подмотаю, изготовлю грудку и с помощью вот такого инструмента я подогну лапки. Вот, друзья мои, мы с вами подогнули лапки, подрезали, подровняли их по длине, какая нам необходима. Подкрасили еще немножко наш чехлик. И как вы видите, вот такая из пластика, достаточно привлекательная нимфочка, я думаю, должна ловить рыбу. Пробуйте в разных оттенках. Можно и без фольги попробовать, потому что я смотрю, что очень яркая. Ну, испробуем, потом я вам скажу. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!